А, стоп, где мы? Миша, ты серьезно? Ты кто такой? Это я. А что мы здесь делаем-то? А это кто? Есть 100 рублей? А, это... Че, обычный заключенный какой-то. Ты куда? Мы сейчас тебя поймаем. Мне сотку не дал. Ладно. А это что за маски? Так, я вот это возьму. Один хлебушек. Одну деревюшку. Деревюшку. Ой, топор не надо мне. Топор. Дальше мне ничего не надо. Только факел. Так, надо деревья. Стоп, да я так и не понял, где мы. Да просто, наверное, нас куда-то выкинуло. Че, нормально спал в своем домике. Так. И че нам надо? Давай вот... просто называть. Да он просто уснул, че? Миша, давай. не надо его трогать. Он просто давай уснул. Ты... Стой, не трогай. И ты чё говоришь, такого? Уснул, посмотри на его глаза. Тут это Макс, иди сюда. Тут сходит. Тут зашевелился. А, там скромник какой-то. Какой скромник? Там скромник. Так, стоп. А, так пацанчики. Нет. Че? Он такой быстрый. Бежит. А, вот. Куда? Я бегу. Под лагерь. Заключенный, прощай. Фух. Давай пока по отдельности выживать. А то мы так не встретимся. Или ты пахни меня. Ок, сейчас. Мама. Я боюсь. Это кто вообще был? Какой-то мегалодон? Я не думаю... знаю. Стоп. У меня алмазда... Ой. Ну я где-то его видел, Миш. Погоди. Я помню, мы снимали видео про SCP, там я такое тоже же в шоке, было. Тут было написано, вы перенесли точку К. Так было написано. Так. Я тоже в шоке от этого. О, это наши защитники? Убийники, ты слышишь? Они убивают заключенных. Ты чё? Так потому что этих... А! Отвали. Миша, убегай. Да он меня догоняет. Нам нельзя стоять на суше. Давай по деревьям ходить. Я вот тоже хожу. Давай только деревья добывать. Я вот это дерево добуду. Окей. У меня маски какие-то, фу. Ай, ну блин, не достал, он мне все лагает. Хочешь маску одеть? То надо. Нам нужно добывать деревья. Главное, не надо внизу быть. Да. У меня, кстати, есть каменная кирка. Каменная кирка? Да. Отлично. Как нам здесь выживать? Зачем мне тут поспать не дали? Зачем ты меня сюда позвал? Миша, ты серьезно? Около нас какие-то мегалодоны ходили? А ты еще спать хочешь? Ну да, я спать хочу. Потому что мне поспать. Ладно, спи. Да уже перехотелось. Я тебе согласен. Я вообще-то тоже спал. Меня эти монстры разбудили. Я какой-то звук слышал. Ага, спал. Ты, кстати, я слышал, как ты там болтал с кем-то. Я вообще проснулся и думаю... А я не храпел, когда я спал? Чё? Я не храпел. Не знаю. Ну, тут маски, которые я выкину. Ну чё, мы бы ещё поспали, если бы не проснулись. С чем мы обратили? Если бы ты меня не разбудил. Угу. Ничего, мне одному страшно. Так что обычное выживание? Всего лишь-то какие-то киборги появились, и все. Всего лишь? Ну да. Всего лишь? Какие-то мегалодоны. Почему вообще мегалодоны, а? Я не знаю, я впервые за... А ты заметил это? Чего? Адон, Бай, Бенди, Демон. Какой-то Адон. А ты что-нибудь скачивал?
Нет. Ты спал все это время? Да. Но если бы ты вот не спал, тогда бы ты знал, что такое. Вот почему я дома хорошо спал, а теперь тут проснулся на земле. Предлагаю сделать себе дом. Я пока буду добывать деревья, мне пофиг. Вот так вот. Оп, заключу. О, человечки спят опять. Просыпайся. Всего лишь глаза красные бывают. Ютуба пересмотрела. У меня красные у всех глаза. Где? Куда он в дерево смотрит? А нет, они черные. Я же сказал. Что это за звук? Че там? Я боюсь, он на меня не смотрит. Просто стой, он на тебя внимания не обратит. Он что-то выплевал. Фу. Фу. Нифига он там у тебя от рыжечку сделал жирненько. Я не хочу вдыхать, пожалуйста, помогите мне. Только уберите этого монстра. Для начала! Он сожрал все-таки. Ты пахнул мне. Короче, предлагаю тут сделать домик. О, тут он. Спецназовцы! Тут их очень спецназ много. Спецназ, помогай! Меня спецназ убил! Тут ножик. Тихо, ты помнишь что место? Беги! Давай его убьем. Что с него выпадет? Просто будет бетон, если не играет. А ви мяч! Ой. Ничего не упало. Короче, давай тут. Может, у заключенных что-нибудь есть? Давай тут делаем домик. Фу, опять выблевал. А, еще один. Смотри, сколько досок уже добыл. Сколько? Короче, у меня досок. О! Почти 3 стака. Что ты меня бьет? Этот чушпан. Я им смачный корс. Беги куда можешь, я отвлеку их на себя. Походу тебе уже все. Монстрики, жрите меня. Беги. Я их отвлеку. Тихо, не прыгай. Ты пыхни меня туда. Я потом тебя быстро пыхну. А, ты чё? Чё, как я провалился? Да блин, я не могу отсюда выйти. Сделай, чтобы я мог тпхаться хоть, чтобы сам успевал я. Что ты делаешь? Кое-что. Вот нажимаешь на 3 полоски, нажимаешь на меня, я миссик. Подожди. И тут делаешь мне корону. Зачем? Чтобы я тпхаться мог, чтобы я успевал. Я тебя могу. Давай только быстрее. Сейчас тут заключён. Помоги. Не хочу помирать. О, успел. Короче, давай делать дом. Давай, быстрее, пожалуйста, быстрее. Угу. Я жить хочу. Ой, куда я пошел? Давай сейчас выровняю здесь. Что сделал? Сдал точку появления. Я землю делаю голый. Только в другую сторону делай. А что такой маленький домик? Пока что нет у нас такого. Давай я сделаю еще больше. Площадь. Давай. Сейчас, чуть-чуть осталось. Тут пришел скромник! Это бегемот.
хочу скромник. Это не СИПИ стопудово. Просто ну, кто-то из тюрьмы сбежал. Мало того. О, день наступил. Да. Стоп, так это ты сделал? Ну да. Чтобы посветлее было. Тут вообще не пройти. Давай я еще больше сделаю. Ок. Ты как ставишь? Я ничего не нажал. Ребята, вы заметили, что у нас давно не было про Майнкрафт роликов? Ну, короче, не было давно выживания, да? Ну все, хватит такого повода, на досок не хватит. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы мне наконец-то стукнуло 5к подписчиков. У меня сейчас 4000 подписчиков. Миша, к тебе зомби идет. Нет. У меня сейчас 4000 подписчиков. Да ну как вот он мне 700... скинул? 700... Помогай, помогай! 720 с чем? Чё? Как он тебя так быстро убил? А я тут почему-то не зародился. Помогай! А, тут еще вот еще и... Давай их загасим. Опа, они тут не могут достать. Давай, ты тут, я сзади. Он рыгнул на тебя. Фу. Давай зомби убьем сначала. Ой, здесь еще и здоровый. Ай. Залазь ко мне, чтоб не сдыхал. Ай, тут еще одни. Сделай мне корону. А почему? Просто. Это их спавн, походу. Сделай, пожалуйста, мне корону. Подожди. Я магию хочу сделать. Я тут здесь вот. А давай им я сейчас просто всех убью. А ну давай. Чё мы тупие-то? Да блин. Только тебя сейчас тоже все убьют. Ты походи ко мне, они тут не достанут. О, вот. Не, не достанут. Как там килл? Да, килл собака Е. Собака Е. Наконец. С них выпало мясо. Ура, мясо. Ура, мясо. Нет, давай не будем есть. Оно отравленное. Почему? Все, наконец-то мы можем достроить дом. Если кто-нибудь пожирать. Лучше побыстрее. Да. В 3 блока высоту ставь. Ок. Да нет, даже не 3, давай в 4. Да зачем такие высокие? Так, 3, вот так вот, блин, будем ходить в раут. И все. Даже прыгать нельзя. Ладно, в 3. Или 1, 2, 3, да, он ставит. Дверь, для двери еще оставь место. Оставил. Так вот, я тут думал. Во, как раз. Пусть здесь будет. Стой, стой. Там сделал, пока я сделал нам дверь. Стоп, сколько здесь блоков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правда, у нас выход в дерево выходит, но ничего.
сломай там блоки, я случайно поставил. Сейчас. Да блин. Заметил, как-то все утихло. Да. Будто здесь много зомби ходят. А, ты же килл прописал. Так, ну. Надо еще уголь добыть. Что-то как-то темно в доме стало. Ладно, сейчас факелы сделаем. И ты что, проход закрыл? Какой? Так вот проход. Я думал, он по-другому будет. И как теперь залезть? А сейчас сделал специальный проход через дерево. О! А ты что у тебя? Можно я одену? Что ты что? Ты одел? О! А можно мне? Только ничего не видно. Мне такой можно? А что с тобой? Типа, когда я это одеваю в безопасности? Не знаю. О, вот. Короче, давай вот так вот, я тут построю вот так вот ступеньки. Давай. Скинь мне дерево еще, пожалуйста. Я сделаю ступеньки. Сейчас. Нет! Слышишь эти звуки? Да. Не опять здесь. Хочешь скрафтил, давай. Типа мы сейчас. Тут, вот тут надо было сломать. Вот эти сломай. Вон они, я их видел. Где? Вот они. Попробуй одеть. И выйти. Но стоит сохранять инвентарь. Он зашел домой! А нет, он меня бьет. А сейчас все вещи выпадут. А нет, фух. Тут яйцо. Да нафиг пошла эта форма. Надо двери бы сделать. Да. Ну что, теперь тут внизу? Надо яйцо сломать. Готов бить яйцо. Хоп-хоп-хоп, пошли, погнали. Яйцо ломай, яйцо. Оно бей. Тут? Да. А яйцо нельзя убить. Как он тут сделать? Он к тебе идет. С него что-нибудь выпало? Там убралось яйцо. Наверное. Фу, да. Вот это вот двери. Ты же все. Ладно, я буду пока развиваться. Это сделал это как-то 7, 8, печку 10, 10, и 10, уголь добудь, 12. Пожалуйста. Так. Пока надо сделать двери. Двери вот. Три двери, все. Достаточно. Все, у меня 30 камня. Я сделал двери. Я себе верстак. Верстак, да. А это я зачем сделал? Пойду в шахту спущусь. Кстати, у нас как же тут рядом шахта. Да. О, уголь.
А ты где? Я пошел к тебе. Мне надо просто добыть. Скинь мне позже. Сейчас надо буду. Ок. Ох, как много угля. Мы сейчас факелы сделаем, еще дома будет так красиво. А ролик уже идет 20 минут 25 секунд. 24, 28, 29, 30. Так, давай. Я уже хочу мопиться. Ты выполни чай. Что за звуки? Это пистолеты. А там этот наш. Ну ты тут защитник. Он стреляет. В дом. Миша, посмотри, сколько тут. Быстрее. В дом. Быстрее, Миша. Все, забежал? И закрывай двери. Все. Я тебе не скинул. Скинул. Ой, чё? Меня кто-то бьет. Чего, как? Или что? Я ничего не вижу здесь. Я тоже. Ну-ка, чё там на улице? Ой, здесь... Не иди. Может, костер? Зачем? Не надо. Сейчас еще эти. Ладно, на нем будем мясо жарить. Вау. Я мясо пока пожарю. А яблочко можно? Нет. Оп, рыбу можно. Рыбку поставил. Сейчас. Ой, еще картошку. Почему я не могу факелы? Надо палку и это. Так у нас тут так светло было, ладно. Я успел. Лучше дверь не открывай, иначе нам будет капец. Все нормально. Опа, пожарилась. О, моя рыбка. Да. Спасибо. Картошка моя. Мясо моё. А у меня не выпало. А вот твоя вода. Так давай вот это вот пожарим. А так ты что ждал-то? Я уже пожарил все свое. Все, че. Ай! Ты что на вот? Я не знаю. Я вот так. У меня сама кнопка нажала. Он за дверью стоит. Рил? Да. Капец. Все, я слил человек. Я успел за. О, там его пальцы. Будешь картошку? Картошку? Выпадают мои родненькие. Последний. Она прям пострелила. О! Все. Короче, я пока еду свою пока сюда поставлю. А, так у меня еще есть две курицы. Я вот этот нафиг убираю. Дверь. Да. Стой. Дверь. А, раз, два, три. Че? О, спасибо! Ты скрафтил? Да. А, ты камень добывал. Спасибо. Да, да блин, ну почему я опять иду? Мне бы еще один камень, и он там за дверью. А что, если выпадет костер, если камень не сломать? Топором камень. А он тогда весь разломается. Да, блин, ладно. Ладно, знаешь, что сделать? Надо вот такое деревья посадить. Только не в доме. Не выходи на улицу. Там есть. У тебя курица пожарилась. У тебя курица. Стой, он тут. Там, смотри, там вообще, там не так много яиц. Миша. Ты видишь, Миша? На твою курицу. Ребята. На курицу свою. Там 4 или 5 яиц. Курицу возьми свою. Тебе курицу отдал. Миша, что нам делать?
Может прописать кил? Я кил пропишу, я не хочу, чтобы я тут такое было. Как ты заметил? О, реально! Давай меня убили еще напоследок. Ты в доме? Я пойду соберу от них лут. Сейчас еще толпа придет. Чайно. Сейчас пошли, я что-то собрал. О! Че? Да откуда у тебя всякие ножики? Сколько у него урона? SCP-148. Это какой... Это, наверное, призыв. Стой, ну-ка. Это меч. Да, это меч. Ну-ка, давай посмотрим, если я тебя убью. Я тебя убью, или ты в кого-то превратишься. Давай. О, чё? С одного... Так мы так можем убивать. Дай-ка мне этот меч, я попробую на них напасть. Сейчас, сколько... подожди, они выйдут. Сейчас я тоже хочу тебе там. Ну-ка, где они? Не то. Я же сказал, сейчас еще приду. Привет. Я их не могу ударить. А чего с одного удара? Мы богатые. Сюда. Только смотри, как... Меня блеванули. Смотри, как кончается. Ё-моё. Пипец. Всё, мне капец. Пипец, мне конец. Да блин. О, забегай. А! Успел. Закрывай. Всё, тихо. Надо поесть. Надо курицу пожарить. Больше нет костра, у меня 9 куриц просто. Курочка, давай быстрее. Это так было. Ты, смотри, как потратился. Вообще. Ага. Так быстро. Мне смотри, положи. Пипец. Мне так же. У меня мурашки по телу пошли. А у меня по голове. Точнее, по коже. По голове. Нет, у меня курица. Ой. Две курицы верни. О. Чё? А, у тебя две. Ну-ка, теперь ты пахни меня быстрее, пока они меня не убили. Быстрее. Фу. Вот твоя курица валяется. Ещё 4. Мне? Да, бери. Зачем? Да куда она опять меня бьет? Зачем? Да. Зачем? Просто бери. Ну. Короче, для украшения тут сделаем диванчик. Все? Как огонь сквозь мясо проходит? Просто так вот сидим. Пожарилась. Еда. Блин, такой... Ну как я сдох от костра? Такой весенний вайб, хотел сказать. Я не могу, у меня кнопка не нажимает. Такой... Миш, плюс вайб. Ай. Миш, плюс вайб. Бери мясо, которое там плюс жарится. Плюс вайб. Вот это? Да, сейчас сделается и бери. А что, а тебе? Да у меня 8. 8? Да. Йоу. Давай, а мне 5. У бедного, давай на 4 двери открой, ты его убьешь. Этим ножом давай. Раз, два, три. Ой, блин. Их там дофига лучше не надо. А, сломалось! Быстрее, кил. Фу. Там еще больше мяса. Почему мы то там, то тут появляемся?
Вау! Миша! И богатой едой! Смотри! 14! 12! Все ждем, пока сварится. Миша, мы богаты. Ага. Макрипер. Мне тоже 12. О, наконец-то. У тебя тоже. Так. У него нож есть. Сейчас тебе нож этот дам. Ты его убьешь? Да. Ты можешь? У меня же меч есть. Я же тебе на помощь приду. У меня сейчас на него меч кончится. Я его убил. С него ничего не выпало. Класс. Еще тут собирай, тут собирай. Смотри, ну сколько. Кстати, перья. А что из перьев можно сделать? Ничего. Капец. Зачем они тогда созданы? Не знаю. А в реальной жизни они для чего нужны? В перья подушки. Перья в подушках. А, точно. У меня 20, 21, 22, 23. Нифига. А если их убить, вот этих, которые защищают с них оружие, выпадет? Нет. А он меня не трогает. О, железо! Нет, трогай. Я железо нашел. А я не нашел свой дом. Ты смотри, спецназ. Они могут двери открывать, спецназы, которые убивают. Ну это же люди. О, смотри. Кто у нас тут? А какие у нас там стащил курицу? Ты хочешь его убить? Да. Хочу посмотреть, может с него оружие выпадет. Как много железа в этой шахте. Не сразу же убивают с автомата. Это пистолет. Это автомат. Ну автомат. С пистолета-то, конечно, вынести. Кого хочешь. О, сейчас его монстр сожрет. О! Чё? А, с него костюмы выпадают. Вот этот, который нифига ничего не видно. Сделай мне этот, корону. Чтобы на всякий случай телепортировался. Смотри, я могу его таскать. Что, сделай корону мне. Какую корону? Вот, на три полоски и на меня. Да тут опять они яйца свои оставляют. Сделал. Все. Теперь, когда я смогу телепортироваться, я телепортируюсь. Скажи спасибо, что я железо добываю. Спаси! А почему у меня две кирки? Не знаю. У меня не было кирки второй. А яйца уничтожить? Я просили, что давно не уходили видео, целых 10 дней, но это видео было на монтаже. Почему? Потому что тут не проработался звук. Мы его снимали, но мы его сейчас переделываем. Мы его снимали, но так получилось. Все подробности расскажу в моем телеграм-канале. Алмазник. Ты чё опять сюда зашёл? Ладно, переходим к кролику. Миша, он опять сюда зашёл. Уходи отсюда, что тебе. Сейчас его убью. Тут девочка-зомби.
Мне показалось, что эта девочка выйдет из последней парты, напишет тебе песню. Смотри, я его просто ножик убиваю. Ножик выпал. Мне ножик выпал. А, меня убили? Да, меня убили. Сколько здесь зомби, ё-моё. А! Вот такие они сейчас все вниз повалятся, смотри. А, чё? Как он по стенам лазит? Бам, все вниз. Они все вниз валятся. Я к тебе телепортируюсь. Не надо, я в шахте. Тихо, тихо, аккуратно. Тихо, отойди отсюда. Это там железо. Железку, железку, ты мою принцесску. Чтобы они меня не отравляли. Давай, давай, давай. О, это кто? Ты видишь? Это просто из мяса какой-то мясник сделал. Это кто? Паук? Ребята! Да Чунга-Чанга, наверное. Чунга-Чанга. Чунга-Чунга-Чанга. Согласен. Ребята, помните, я вам задавал вопросы про ролик, где мы снимали про Ларри Лори в Brawl Stars, как переводится клин и как там, клин и дёрти, да, там один чувачок написал вот этот комментарий, короче, вот, но он, короче, написал. Но я не буду пока. Но он, короче, написал, и все, я ему передаю. Ты посмотри, привет. Сколько у меня железа. Привет, чувачок, который написал. Дай сколько у меня железа. Он написал чистый и грязный. Да блин, я все. Типа. Все, ты с тобой чувак. Дай сколько у меня железа? 56! Такой, она тут бесконечно спавнится. Ребята, Миша, 56 железа. Это на. О! Yes or no? Тут бесконечное мясо. Кстати, кого зовут Дима, ставьте лайк. Ставьте лайк. Кого зовут Вероника, Максим, Миша, Луиза, Лёвик, Ваня. Кто там еще? Имя. Давай, и Алена. Дима, Алена, Маша, Лёша, Егор, все подписываются, Аня, Ваня. Мне показалось, ты херобрин. Чё-то, он тут ползает. Я хочу себе изменить скин. В смысле, на какой? Сейчас посмотрю. Что можно сделать? О, так тут даже. А как тут просто сделать себе, добавить что-то? А, вот тело. Глаза. Вот, ребята. Я хочу стать херобрином. А почему не делается? Ничего не делается. Надеюсь, здесь хоть есть еще оружие. Ну да. А то ламинас, да ламинас, и все. Кстати, у меня теперь обычный ножик, не зачарованный. Кстати, ты убил автоматчика? Да. Чё с него выпало?
Да вот это опять броня, которую нифига ничего не видно. Да, эта броня бы хоть пользу давала бы. Согласен. О, железо. А я добуду. Что у меня есть блоки сейчас? Я Ты про это? Да. Я про другую. Ламина. Золото. Чем оно нам нужно? А ее же нельзя? Нельзя? Или можно? Пожалуйста. Нет, нельзя, конечно. Нельзя. Будет спавнер. А что тут доски делают? Я уже забыл, что мы здесь делаем. Так мне кто-то убил. Кто был? Какой-то нейм. Ноунейм. Ноунейм какой-то. Давай закан... Ну ладно, ребята, а на этом мы будем заканчивать. И всем пока-пока!